История создания Расторгуевского парка берет свое начало в 1957 году. Тогда и были высажены первые деревья. А в 90-е годы это место отдыха было полностью заброшено. И только в 2013-м началась масштабная реконструкция, которую в этом году завершили. Здесь появились прогулочные зоны, новые дорожки и даже липовая аллея. Озеленением парка занимаются ежегодно. Администрация Ленинского муниципального района выделяет нам деревья, которые мы высаживаем. И каждый раз это для нас праздник. Позапрошлом году у нас было порядка 500, в прошлом году у нас порядка 300. Высадка деревьев проходит ежегодно в рамках различных акций, благодаря чему в Расторгуевском парке появилось около 700 саженцев не только деревьев, но и декоративных кустарников. Наши акции совпадают с областными акциями, с аналогичными областными акциями, поэтому мы как бы нога в ногу с ними идем. Реализация этих мероприятий в основном направлена на весенний и осенний период, то есть на период, когда более приживаемость растений. Сегодня парк стал излюбленным местом горожан. Кристина с семьей не так давно переехала в Видное и теперь часто приезжает сюда с ребенком, чтобы погулять и полюбоваться пейзажами этих мест. Есть деревья. Потому что оно зеленое, потому что это как бы лесопарк, есть пруд, и как бы есть где ребенку побегать, и запрещен выгул собак. Но все же самые частые гости парка – жители Расторгуева. По сути, на их глазах и шло все благоустройство. Очень нравится, свежо, приятно. В последнее время столько построек новых, очень красиво. В этом парке даже грибы, получается, есть. Вот я свинушки собираю вот такие, а белые я собираю вот такие. Такое количество грибов Ольга Морозова собирает здесь каждый год. Урожаю способствует плодородная почва. Всего час прогулки по парку и пакеты полны. Теперь женщина порадует себя вкусным обедом. Суп вкусный получится. Суп вкусный, с вермишелью, вот. Ежегодно количество посетителей в парке растет. Сюда люди приходят не только отдыхать, но и заниматься спортом. В скором времени для любителей активного отдыха здесь появится новая спортивная площадка. А в эту субботу Расторгуевский парк вновь объединит местных жителей, чтобы высадить еще 150 саженцев в рамках областной акции «Наш лес». Ирина Бокова, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.